Ну, слушай, компактный бассейн, вот это компактный бассейн. Есть аппаратура, можно подключить хоть со своего телефона, хоть с диска. Вот так вот, друзья, выглядит квартира 1 плюс 1. Сколько она стоит? Вот такая вот. Итак, мы приехали на последний на сегодня наш объект. Он находится в центре Алании. Я предлагаю Валерия, пусть все расскажет, что я сейчас буду вспоминать. Да. Это практически центр города, то есть фактически это не центр Алании, это район Оба. Но, в принципе, уже строится новый муниципалитет города, который переносится именно сюда. То есть центр города смещается именно в эту сторону. Угу. Буквально в следующие пару лет центр будет здесь. А угу. До моря здесь несчастных 100 метров, поэтому можно выйти, по дорожке пройтись. Мы будем по набережной ехать туда обязательно. Угу. А здесь низкоэтажная постройка. В основном оглянуться, везде 4-5-этажные здания максимум. Угу. А этот комплекс, он более ориентирован на европейский контингент. Он закрыт, что мне нравится. Угу. То есть мы зашли, у нас высокие заборы, и никто особо не смотрит, купаетесь вы в бассейне или чем здесь вы тоже занимаетесь. Бассейн? Да, обязательно. А, здесь есть паркинг. Так, вот это, я как понимаю, ворота, которые открываются с пульта. Ворота, с пульта открываются, пожалуйста, можно припарковаться. Здесь есть также кладовая, вот сразу рядышком, там можно оставить свой байк или велосипед, чтобы они не промокли. Угу. Пойдемте. Так, дальше что у нас тут по придомовой? По придомовой территории здесь она небольшая, компактная. В принципе, как и в любом комплексе в черте города. Здесь застройка достаточно плотная, поэтому все есть, но все в очень компактных размерах. Сразу тогда давайте общую территорию посмотрим, а потом... Да, я думаю, да. Очень красиво. Мне, что в Турции, очень нравится, что вот прям ландшафтный дизайн везде. Прям классный. Надо нам... поучиться. Вот, то есть здесь территория малюсенькая по сравнению с другими комплексами. Небольшая площадочка, вот эта вот стена на летом раздвигается, здесь раздвижные панели. Вот эта стена? Да. Мы снутри посмотрим, там видно будет, как это делается. Маленькая джакузи, бассейн, детская зона, барбекю, душевые, это все, что здесь есть из открытой территории. Большего здесь не нужно, так как вот перед нами стоит отель, и сразу за ним уже море. То есть в основном люди здесь предпочитают находиться как? Покупались в бассейне, вышли на море, поехали в центр. То есть это такой более перевалочный пункт у них. Ага. Так, ну пойдем вовнутрь. Модули в таком вот минимальном тоже формате здесь представлены. Угу. Пойдем посмотрим спортзал и то, что здесь есть еще на первом этаже. Кстати, вот таким образом прячутся все счетчики под электричество и под воду. То есть никто к вам не ходит по квартирам, не спрашивает, проверка электросчетчиков, как это все мы привыкли. И здесь сам спустился, показал, записал и все. Ага, так. Вот такой вот спортзал. Здесь есть небольшой. Ага, ага. Понял. Гантельки вам. Жима лежа нет, плохо. Тоже общая зона. Такие ручки симпатичные. Угу. О, здесь прям тепло. А, вот это общая зона, то есть здесь это можно жителями зона. Собраться, посидеть, да, что-нибудь. Да, какой-то тот же день рождения, всегда людям хочется к себе в квартиру всех созывать. Пожалуйста. А, даже день рождения можно тут отмечать? Да, конечно. Заказали заранее, сказали, что вам эта комната будет нужна в такой-то период времени, не вопрос. Сюда там столик еще один доставили, два столика доставили, телевидение, музыку включили, провели время и... А, вот это не зеркало, это здесь еще что-то? Это стекло. Я что-то думал. Это ага, стекло. Еще что-то? Да. А сауна будет? Сауна будет. Здесь такой мини-барчик тоже есть. Ага. Столик, вот эта вот панель, они ее снимают на лето, этот уголок. А, то есть открытое все это будет? Открытое. А, вообще круто. А, я понял, то есть бассейн здесь, да, прям бассейн, лето, круто здесь. Да, бар. Вау. То есть все такое отельный формат. Прикольно, прикольно. Так. В той стороне у нас уже спа-уголок. Так, вот таким вот образом у нас выглядит спа. Джакузи, вижу, написано. Да. Достаточно стильно. Здесь релакс-зона. В основном после сауны здесь отдыхают, джакузи. Вот у нас с этой стороны спряталась. Да блин, опять все так клево. Да, здесь подсветка очень сильно сделана и ролеты на окнах. Здесь пол везде подогреваемый, сегодня спа. Угу. И
раздевалка есть, душевые комнаты, сауна. Сауна мне очень нравится здесь. Да, прям стильненькая, ага. Так. Уборная, конечно же, и хамам. Тут уже турецкая баня у нас есть. Так. Вот таким вот образом все выглядит. Ничего себе, красота. Для мрамора. Хамам делают только из мрамора, чтобы не разводились никакие бактерии и грибки. Эх, круто, круто. Так, это уже квартиры, да, насколько это я понимаю? Это квартиры. А здесь у нас есть 1+1, есть 2+1 дуплексы, угу. Есть 4+1 квартиры. Ничего себе. Да, здесь, кстати, очень классно. Здесь застройщик и хозяева включили в стоимость любой квартиры мебель вот эту вот встроенную беленькую. Угу. Внутри там прячутся счетчики, как всегда. Здесь включена полностью ванная. В ванне здесь на первом этаже у нас гостевая, скажем так. Угу. Тут включена в стоимость уже кондиционирование, техника, холодильники, микроволновки, все это встроено, все включено в стоимость. Моя любимая вещь. А, круто, там еще и внизу. Блин. Разрешите пригласить вас на террасу? Ничего себе. А сколько квадратов? Кач метра, бурда? Просто по-моему, метра. 130 квадратных метров здесь. 130 квадратных метров. Да. Цена? Цена 75. Buranın fiyatı eşyasız, beyaz eşyalı 87.500 euro. 87.500 euro за 2+1. Площадь 130 квадратных метров. Дешевле, чем в топ. Дешевле даже, чем там. Вот здесь, как нам пояснила Валерия, прячется кондиционеры, да, сюда сами вот эти ящички. Вот ага. Море, пожалуйста, у нас. Так, вот оно, море. Да, действительно, тут метров 100. Вот место, эти бы не да, портили вид. Да, это уже достраивается. Построили его, кстати, очень быстро. Тут буквально обещают, в конце лета он уже будет функционировать. Здесь ничего вид не перекроет, потому что бассейн стоит. Здесь дома уже готовы, то есть вид на горы, на море. Это то есть их территория, да? Это их территория. А, здесь будет бассейн. Ну, быстрее бы они все прибрали, чтобы было красиво. Да, но с лета уже будет хорошо. Классно, а там еще вниз можно было спуститься? Вниз, конечно. Ох, я представляю, на такой квартире бы лучше бы я бы жил. Ох, да, Женя, класс. Вечеринку устраивать. Да тут вообще прям квартира мечта, я не знаю. Вот это прям мне очень нравится. 87 тысяч евро, это сколько, Жень? В наших-то рублях. И очень хорошо, что в цену включена вся техника. Вся полностью. Вот стиральная машина. Это намного дешевле, потому что, считайте, холодильник 3000 лир. 87 тысяч евро? Это, да. Женя, 6900. Да. Что? 6900. Что? Да. Мы покупаем. Я вам с радостью с этим помогу, ребята. Да, вообще. Вторая хозяйская, получается. У нас за 6900 на Макаренко двухкомнатная с убогим ремонтом. Гардеробная комната. Так, подожди, я не успеваю, Валерия. Это гардероб. Гардероб, либо же кладовая комната. Как это спальня. Будет. Две спальни здесь, да. И здесь еще один балкон. Все есть... остается? За мебель еще 5000 евро доплата будет. Ага. Либо же свою довести. Но опять же, здесь кто как хочет. Кто хочет в готовое заехать, пожалуйста, кто нет. Вот это-то уже все останется, то есть шкафы-купе, они остаются. Я бы, честно говоря, не парился бы, прям так все и оставил. Так, сейчас мы выйдем еще туда, посмотрим. А здесь еще одна спальня. Балконы сверху и снизу. Балконы сверху и снизу. Здесь опять такой же, да, здоровенный? Еще один балкон. А, Валерия решила нас вообще убить сегодня. 4+1 показать квартиру. Сколько квадратов она? Кач метра бурдава. Вообще супер. Ага. Супер, супер. Она тоже двухуровневая? Конечно. Вон там у вас. 235 квадратных метров. Ого. 235 квадратных. Сколько цена? 175 тысяч евро. 175 тысяч евро, я так сразу не скажу, но в общем переводите, ребята. Белую мебель. Корпусную. А, учитывая все? Конечно. Здесь не входит в стоимость только телевизор, диваны, стулья. А вся встроенная техника, она в стоимость включена. Ай-яй-яй, опять терраса. На море вам, пожалуйста. Ага, ну вот здесь уже вид на море, ага. Вот это здание, конечно, вид портит, но Валерия говорит, она попадает под реновацию. Да, его будут сносить и строить новое здание.
вот Алания сейчас, в принципе, под реновацией находится. Так, ну что, давайте, пока камера не села, быстренько спустимся на минус первый, наверное, этаж. Вообще бомба, конечно, я прям... У нас такие квартиры будут под 40 миллионов, мне кажется, стоить в центре города, 100 метров от моря, ну, сами понимаете. Кто просто не знает, какие цены в Сочи, я вас уверяю. Так, вот это какая-то прям маленькая такая комнатка для бабушки, мне кажется. Так. Что ж вы так бабушку не любите? Ну, типа, вот здесь тоже небольшая. Это для детей, да? Детская. Вот здесь спальня классная, красивая. Так, с санузлом, с отдельным. А вот здесь огромный шкаф, купе. Здесь опять же у нас балкончик. Класс, класс. Так, и там еще что-то я пропустил. А, здесь еще, смотрите, комнатка. Вот здесь прям вообще мини-гостиниц. Да, у нас бы в Сочи мини-гостиница была бы здесь. Хостел, да? Хостел. Самая небольшая квартира в этом комплексе. Сколько квадратов, сколько цена? 1+1. А кашметика? 70 квадратных метров квартирки 1+1. Включено здесь встроенная бытовая техника и встроенная мебель. Вот такие вот шкафы, кухня и ванный гарнитур, соответственно. Так, ценник? Ценник 1+1 здесь от 51,5 тысячи евро. Угу. Так, давайте мини-обзорчик сразу. Это... Душ. Тут сразу не поймешь. Машинка тут, все дела. Да, тут если еще поразобраться, везде все спрятано, везде все есть. Ну да, вот, например, холодильник. Так, холодильничек. Все это входит в цену, ребята, это же просто бомба. Не включена только диван, телевизор, картина. В основном нигде нет ванны. Как же я устал эти кубики черновые показывать, да, здесь прям есть что показать. Смотрите, спальня. И, конечно же, опять у нас балкон. Здесь, кстати, небольшой, и шкаф-купе, что прям очень хорошо. Так, давайте выйдем. А, ну здесь, конечно, видок. Типа дом в дом получается. Ну, хотя сбоку, смотрите, вид на море между домов. А с той стороны у нас вид на горы. Вот это здание, оно, еще раз повторюсь, как нам Валерия говорит, попадает под реновацию. То есть это все дело будет сноситься и строится что-то новое. А в Алании у них, причем это не пустые слова, а действительно этим прям занимаются. Действительно, на практике, короче, так и будет. Так, друзья, ну, камера у нас садится. Валерия, наверное, сейчас заочно попрощаемся, скорее всего, сядет сейчас у нас. Очень большое спасибо, прям классно, очень понравилось. Мы, наверное, разделим все-таки видео это на два, где мы ответим на вопросы, которые задавали Александре, да, до этого. И вот непосредственно по вот этим квартирам. Очень понравилось, цены прям для центра города и 100 метров до моря, это просто... бомба. Ну, я просто знаю, о чем говорю, и сравниваю сейчас именно с Сочи. Mm-hmm. Не сравнивайте цены со своими, пожалуйста, городами в средней части России. Вот, все, всем пока, надеюсь, понравилось, ставьте лайки, обсуждайте в комментариях, что да как, пишите там минусы, плюсы, будем очень рады ответить. И не забывайте про конкурс, который я организовал только что, угадайте, сколько лет этому дому, да? Сколько этому жилому комплексу, пишите в комментариях, друзья, все, всем пока, скоро приедем в Сочи. Обращайтесь, кстати, с вот этими людьми, мы обязательно сейчас наведем, так скажем, деловые отношения. И не знаю, сейчас Женя придумаем, может, Женю вообще отправим в Турцию. Я хотела бы добавить то, что мы связали свои отношения по бизнесу с одной из крупнейших компаний в Алании по продаже недвижимости, то есть покрытие по продаже недвижимости у них полностью. И я хочу сказать, что это уже проверенные люди, которые свою репутацию подтвердили. Мне очень нравится, разговаривали, да, с руководителем, получается, с Александром, что у них примерно такой же взгляд, видение вообще работы, долгосрочное, там, без обманов, без всяких вот этих фонарей, там, и без всего прочего. И у них, кстати, очень хорошее после покупки, да, обслуживание. После продажный сервис, то есть они там и с вами и в больнице сидят, девчонки, они нам рассказывают, там, то есть, прям, ну, в общем...
вы, получается, единственный человек, который у вас здесь есть, это вот ваш риэлтор, и он вас вообще не бросит в беде. Вот такое. Это Женя у нас... Это семья. На самом деле... Это Женя, кстати, в Сочи такую же примерно у нас сервис предоставляет. Все, друзья, всем пока. Классное настроение. Все, ставьте лайк. Все, подписывайтесь на канал. Увидимся. Пока.